сам ноутбук и коробочку поменьше с аксессуарами. Отложим пока что аппарат в сторону и посмотрим по традиции, что же нам производитель положил в комплекте. Ну, в первую очередь, это, конечно, гарантийный талон, он уже мною заполнен. Далее мы видим вот такой вот пакетик с документами. Здесь мы найдем диски для восстановления системы, условия гарантии, быстрый старт, а также правила техники безопасности при работе с ноутбуком. Вот такое вот зарядное устройство, ничем не примечательно. Далее мы находим стилус вот в такой вот прозрачной коробочке. И это первое преимущество Lifebook T580 перед конкурентами, ведь вот здесь можно осуществлять не только с помощью пальцев, но и с помощью стилуса. Собственно, кроме самого пера, мы здесь находим батареечку 4А, шнурок, чтобы стилус не потерялся, и запасную насадку. Здесь она плохо видна. Далее вот такая вот тряпочка для очистки экрана с фирменным логотипчиком Fujitsu. Слово сказать, у моих предыдущих ноутбуков были обычные микрофибровые тряпочки, и чистили они экраны хуже. Ну и в конце чехол, тоже с фирменной эмблемой Fujitsu, он на молнии.